Со стороны каких органов бизнес чаще всего подвергается силовому давлению? Прошу проголосовать. Вот вам и открытые среды. Анонимный опрос. Данные нигде не сохраняются. Итак, голосование пошло. Человек проголосовало, 118 нами. Обработка голосов сейчас достигла 100, я думаю, можно уже будет показать нам. Итак, на первом месте картина это МВД, да? МВД России. На втором месте даже у нас сейчас картина равная. 102 прокуратура Российской Федерации. Екатерина Дмитриевна с нами. Имейте в виду, здесь нам надо что-то делать в части вот такой позиции. Следственный комитет 2%. Давление со стороны правоохранительных органов не наблюдается. 7%. И слышала давление со стороны силовых структур, но лично с таким давлением не я, ни мое ближайшее окружение не сталкивались. И таким более третье. Треть. Мне кажется, это тоже большая цифра. Вот эти, которые не треть, остальные где третья. Ой, как интересно сегодня с вами будет поговорить, потому что, уважаемые коллеги, мне кажется, будет интересно, да, получить обратную связь.